Итак, это все, что я сделал на сегодняшний день. Вам нравится, не нравится, не знаю. Это есть это. На бутыль не обращайте внимания. Это водка на Новый год. Так. Теперь посмотрите внимательно эти картины. Это проволока, которая покойника загибается возле рек и сжимает. Я не могу по-другому собрать этот след, потому что красное дерево не продавливается иголками, а если продавишь, то оно все разрушается. То нам приходится крепить на скобы и на это, и на иголки, шпангоуты. Теперь, сейчас я покажу, как крепится фейка к шпангоуту. Потом зажимает скоба, запускает, сжимается пальчиком. Они хорошо вжимают, алюминиевая проволока хорошо вжимает по паутине. Вот его. Все, она подходит. И вот пальцем проверяешь крепость параллельно. Внутренней стороны. Следующее. Проверяете скрепку с той стороны. Если что-то не нравится, взяли проволокой, на проволоку надавили, и проволока прогнулась в форму. Проволока прогибает, она сгибается. В чем хороша алюминиевая проволока? Следующий дом. И все. Идет тупая сжимка. Сжали, посмотрели, вот чуть-чуть это. Можно сдавить не только так, но еще вот так. Не только просто сдавить, так на угол речки заклинили. Все, проверили задние части, пальчиком провели, чтобы оно ребята, последний штрих. К тому, чтобы все двигать. Мой сын захотел подарить, как жить будет постоянный корпус. И, в принципе, вот так. Ну, сказал тоже интересно. Ну вот, сбил складной корпус. Ну, полосочки. Смачки.
окончательно при сохранении формы корпуса.